В Твери в ближайшие недели начнут устранять повреждения на дорогах с помощью горячего асфальтобетона. Об этом сообщили в администрации города. С наступлением благоприятной погоды всего планируется привести в порядок дороги общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Из-за резких перепадов температуры этой зимой на дорогах образовались многочисленные ямы. В холодную погоду для временного устранения повреждений на дорогах применялся литой асфальтобетон. Сейчас администрация Твери готовит необходимые документы для проведения аукциона по отбору подрядчика, который проведет ремонт с использованием горячего асфальтобетона. На устранение повреждений на дорогах Твери выделят около 20 миллионов рублей. В порядок планируется привести 20 484 квадратных метра дорог. Работы начнутся уже в апреле. Мы четко будем требовать соблюдения установленных сроков проведения работ, кроме аварийных, до 1 октября, основные работы до 1 октября года, в который эти работы были обозначены. Когда мы затягиваем по тем или иным причинам проведения дорожных работ, то мы входим в определенную зону риска. Сегодня мы еще раз дали указание Дорожному фонду, Министерству транспорта внимательно следить за ходом проведения работ и не допускать укладку асфальта во время дождя, либо во время снега, потому что это нарушение всех регламентических норм, ну и, соответственно, это риски по сокращению гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия.